Сегодня я участвовала в мероприятии в школе по дорожному движению. Ну, мне очень понравилось, были очень интересные конкурсы. Нам подарили подарок. Что подарили? Вот такую подушку, там еще шоколад и светоотражающийся брелок. Амина учится в 4 классе школы менеджер. Вместе с родителями она принимала участие в конкурсах на ПДД. Их организовывали в рамках года семьи. Таким способом решили поздравить пап и мам с 23 февраля и 8 марта. Мы заняли первое место. Были очень интересные вопросы. Также очень интересные конкурсы были. Музыкальные. Желаю всем здоровья. Удачи на дорогах. Семьи были поделены на команды. Каждая представила название, эмблемы и девиз-кричалку. Всего участие принимали 4 сборные. Команду номер 2. Наше название в группе «Безопасность на дороге» девиз. Правила дорожные, они совсем не сложные. Только все должны их знать, никогда не нарушать. По окончанию конкурсов жюри подсчитали баллы и определили призовые места. Подарок победителям вручили призы и дипломы. Участие в викторинах могли принять и зрители в зале. Дети выступили с песнями, танцами и стихотворениями. Такие праздники проводятся регулярно. Организаторами конкурса стали государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» совместно с госавтоинспекцией, а также администрация школы. Елизавета Кудрявцева, Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.